make the ground shake. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Stand of 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Ребята, вы просили, и я зашел в эту игрушку, и сегодня мы ее рассмотрим, сделаем обзорчик, посмотрим, что там интересного вообще в этой игрушке есть, как в нее играть, какой смысл в нее играть, и вообще ли это не полнейшая лесовщина, и, так сказать, просто какой-то проект, который зашел определенным людям, а другие его максимально хейтят. Поэтому, ребят, чтобы узнать это, кто хейтит эту игру максимально, кому она по кайфу, кому она нравится, давайте сделаем так. Кому нравится эта игра, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Кому не нравится эта игра, пожалуйста, ребят, поставьте дизлайк этому ролику. И, пожалуйста, поделитесь со своими друзьями, если они играют в эту игру, то тоже пусть, так сказать, проголосуют. Либо поставят лайк, если нравится эта игра, если не нравится, то поставят пусть дизлайк. А если вам нравится этот ролик и, надеюсь, мой канал, то тогда, ребят, напишите в комментариях. Мне нравится твой канал, мне не нравится твой канал, собственно, все это, надеюсь, понятно. Итак, ребятки, у нас сегодня Free Fire, погнали. Да, ребят, не забывайте заходить в магазин. По ссылке в описании, где можете приобрести отличные аккаунты Free Fire, скины, в общем, много всего интересного. Также можете, в принципе, и внутриигровую валюту приобрести. Итак, ну что ж, в принципе, это королевская битва, как я понимаю, здесь. Наверное, какой-то такой мобильный аналог какого-нибудь Fortnite, PUBG. На самом деле, даже PUBG. Это по графике, это больше похоже на PUBG, но такой, знаете... такую мобильную версию папка. PUBG мне не очень нравится, честно вам признаюсь. Потому что что? Потому что там графика отстойная. Особенно для ПК-шной игры. Как если для мобильной игры. Кстати, тут прям реально дискотека какая-то начинается. Прям тусим-тусим на местности. Так, что за диджей здесь? Маршмелло, что ли? Шоу начинается. Я могу тебя как-то поколотить? Кстати, это интересно, как поколотить тебя? Сейчас мы тебя... Я не могу поколотить его, короче, отстой. Вы еще никак не... Ну, короче, вот еще один диджей есть. Два диджея сразу на одной площадке. Это странно, типа, а что вы здесь делаете вдвоем? Но в любом случае, достаточно все... Более-менее пристойно начинается. То есть, начинается все с какого-то прям такого максимально эпичного шоу. Хотя, почему максимально эпичного? Так, просто эпичненького, не более того. Итак, сегодня мы... Что тут у нас получается? Мы летим на самолете. И как в любой королевской битве будем выпрыгивать. И здесь что у нас? Здесь получается 50 живых человек. Пока что у нас 0 убитых. Мною, здесь лично мною считается. Итак, теперь нам нужно выбрать идеальную зону для высадки. Конечно, лучше выбрать более-менее центр карты, но не самый, наверное, людный, чтобы тебя сразу не завалили. Я, пожалуй, здесь где-то, наверное, прыгну. И что очень странно, как по мне, то, что мы почему-то... Со сноубордом. Почему у нас сноуборд? Что за странная дичь? Я думаю, это многим тоже не нравится. И многие за это могут уже дизлайк поставить этой игре. Ну окей, ладно. А этот парашют, он автоматически как бы открывается. Так что здесь это окей. Это нормально. Так, этот чувак сюда летит, значит я сюда полечу. Вот к этим строениям, так сказать. Безопасность зона появится через 3 минуты. Ну ладно. Короче, ран. На самом деле, управление здесь, конечно же, не очень. Не очень, потому что это мобильная игрушка. Ну, вообще, конечно, это, в принципе, это не под мобильную игру. Вот эта конкретная, скажем так, система сделана. Я имею в виду Королевская битва. В целом, вот этот жанр, скажем так, игры. Он сделан не под мобильное управление. Оно здесь хре-сучара. Какой-то нас сучара хреначит, ребята. Что за отстойник нас чпокает? Сука. Ну что, нас сразу, что ли, завалит? Это не прикольно будет, если нас сразу завалят. Прям очень неприкольно. Потому что, когда я первый раз играл в нее... Короче, у меня было, знаете что? Зараза. Короче. У меня было третье место. Ё-моё! Просто со всех сторон меня чпокают. Как могут и как не могут. Зараза. Мне капзда. Ну так вот есть рюкзак и все. Кайф. А что, патрон... А патронов нету, ребят. Патронов, походу, нету тупо. 12 хп, ребят, осталось. 12 хп. Я почти труп, короче.
Я почти труп. Все, я труп. Собственно, здесь все быстро получилось, да? Так, друзья, на самом деле, возвращаясь к, так сказать, менюшке игры, здесь, понятное дело, что это в целом донатная история, здесь есть скины за донат по ИЦу, но, ребята, много дешевле вы можете приобрести на нашем сайте по ссылке в описании, ребят, заходите, самая первая ссылка в описании, в общем, заходите, переходите, смотрите, покупайте, кайфуйте. Вот, игра на рейтинг. Вот можно играть на рейтинг, ребятки. Необходимо достичь 5 уровня. У меня какой уровень? У меня, я не знаю, наверное, первый уровень, скорее всего. Также здесь вот есть какой-то чат. Но чат нужно с кем-то, наверное, катать. Возможно, здесь тоже можно добавить кого-то друзья. Например, вы можете меня добавить друзья. Я приму вашу заявку, скорее всего. Так, также здесь вот почта есть прям. То есть, наверное, это какая-то рассылка от самой игры. Либо, может быть, каких-то кланов. Я не знаю, здесь ли есть ли это такая история. Ну вот, собственно, друзья и соцсети. То есть я по Фейсбуку здесь, за Фейсбук, кстати, ребят, подписывайтесь на мой Фейсбук и на мою страничку ВКонтакте. Ссылки есть в описании. Так, ну и здесь также можно, конечно же, выбрать отряд, дуо, соло. Собственно, я пока что один катал. Давайте попробуем, наверное, я в отряде сыграть. Не знаю, что из этого получится. Получится ли у меня как-то взаимодействовать со своими пацанами. Также что? Также можно выбрать, соответственно, карту, например, классические Бермуды, вторая годовщина Бермуды, игра на рейтинг, классические чистилища. Ну, давайте выберем что-нибудь такое, то, что мы, допустим, не было. Вот, допустим, мне, опять же, 5 уровень нужно достичь, то есть вот, получается, нам доступно только 3. Хотя, почему 3? Только 2 карты, вторая годовщина Бермуды и классические Бермуды. Пусть будут классические Бермуды, хрен с ним, короче, стартуем, погнали. Здесь какой-то еще автоматч есть, я не знаю, что это значит, но окей, сейчас, в принципе, мотану монтажом, и вы уже будете в катке. Так, друзья, теперь мы какие-то джамп-мастера. В общем, мы снова, получается, летим над картой. Но здесь я уже в этом, в гребаном отряде. И мне кажется, меня сейчас слышали. Тут, короче, есть как бы еще голосовая какая-то фигня. И типа, я куда вообще прыгать надо? Типа, я не знаю, куда прыгать-то надо. Пацаны, что скажете? Куда прыгать? Куда прыгать? Мне кажется, они уже прыгнули, да? Ёп! Так, надо прыгать. Прыжок. Куда прыгать-то хоть? Куда лететь-то? Я не знаю, куда лететь. А, наверное, вот сюда надо куда-то лететь. Я очень на это надеюсь, что я все-таки со своими пацанами лечу, потому что как-то не хочется сразу вот... Так, ну вроде более-менее в точку лечу, в ту, которую надо. Вроде бы, я не знаю. Вот, все, мы уже на парашюте. Сматываемся сюда потихоньку. Так, мне нужно бежать. Мне нужно бежать к своим пацанам по-любому просто. Потому что сразу, короче. Минус 5 хп, конечно же. Куда же без этого? Без этого никуда. Так, у нас пока только есть кулак. Но все-таки вот я вроде недалеко от своего... Это что такое? Что за грибочки какие-то кайфовые? Использовать? Это типа, наверное, улучшалки, да, здоровье? А, нет, это что-то другое. Правда, не знаю, что такое. Ну, возможно, просто типа какая-то временная броня. Типа такого. Короче, здесь можно включить автобег. Это как бы хорошо, конечно, но ничего сверхъестественного в этом... Нету, стой. У меня уже это самое... И шачат. Кто-то меня... Я не понял, что-то кто-то попал, не попал? Так, я аккуратненько сейчас, аккуратненько. Так, все, валим. What the fuck? Там тут какой-то чувак был, короче. Я вот так, типа, ок, ладно, бро... Братан, братуха, брат, мы с тобой и же кореша, все такое. Не знаю, короче, ладно. Кого тут валить-то хоть? А, вон. Так, надо перезарядиться. Короче, патронов здесь немного, я так понимаю, да? В данном случае. Кого бы чпокнуть? Я хочу кого-то чпокнуть, ребята. Слушайте, я давно не чпокался, если честно, мне не до чпок. Вот, поэтому надо бы кого-то чпокнуть. Hello, guys. Guys? Понятно. Никто ничего не говорит. Но я, типа, вроде могу их, по крайней мере, слышать. Походу, даже один человек меня смотрит. Что такое было сейчас? Типа, он сдох или что? Как это работает вообще? Что-то не очень я шарю. Сука. Ну, если он это уже не слышит, как бы, вторую фразу. Это просто, как бы... Женская версия собаки. Вот, так что... Нормально.
Так, ладно, пацаны, погнали, что-то куда-то все попёрли. Я тоже, короче, пойду с ними. Я пока никого не завалил. Меня вроде кто-то стрелял, я не знаю, кто стрелял в меня, но тем не менее у меня все равно 200 хп, мне потому что есть вот эта вот замечательная улучшалка, и так что все окей, все нормально, в принципе. Ой, это что такое? Что за? Что за? Ой, прям хорошо. Прям хорошо. Hello, пацаны! Пацанчики! Так, понятно, походу они на это на уроках играют и не могут говорить микро. Ладно, что уж поделать. Так, вот аптечка, прекрасно. О, привет, ты русский? Ну, ответь что-нибудь. Давай, давай, скажи что-нибудь. Ну, нет, 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 жаль. Ну, что-то там вроде чувак говорил, и я что-то не понял, честно говоря. Ну ладно, что уж поделать. Вот там что-то есть, какой-то приколюха. Так, сейчас мы, оп, аккуратней. Чего нужно? Так, непонятно, что там нужно. Ну ладно. Чего, братан, повтори, пожалуйста. Чё ты болтает, не понимаю. Куда не побежать? Блин, куда вы всё бегаете? Я вообще что-то типа... Не в теме, чего вы все время куда-то бегаете? Любишь себя побаловать различными гаджетами? Или, может, не знаешь, какой сделать подарок себе или своим близким? Тогда тебе на наш сайт, где ты можешь открывать коробки с рандомными предметами внутри. На сайте есть куча коробок, которые ждут тебя. Коробки есть с разной стоимостью и разными призами. Например, если ты геймер, то тебе точно понравится игровая коробка, где ты можешь получить от коврика для мыши до топовой видеокарты GTX 1080 Ti. Если ты фанат техники Apple, то тоже найдешь свои коробки с айфонами, айпадами, можешь даже iMac Pro получить. Если не понравится то, что тебе выпадает, можешь сразу же продать на сайте и получить свои деньги. Доставка по всему миру, ссылка в описании, обязательно заходи. Короче, я пока что просто бегаю, как бы, и ничего особо для меня интересного не происходит. Но, дрон развернут. Ёп, какой-то деградант меня стал пулять. Где он? Я не вижу его. Черт, где он? Чувствую, где-то вот тут прям вот даже вы видите. Я не вижу. Я не вижу, ребят. Мелко слишком. Я не вижу. Где он? Где этот негодник? Хрен его знает. Нифига себе, меня сразу начали поливать. Так, где пацаны, которых надо валить? Хотя бы одного дайте мне. Понимаю, что это не CSGO, но все равно здесь надо пацанов валить. И пацаны тоже, кстати. Давай, пошли, 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 пошли. Че, кого ты валишь-то? Кого ты валишь-то? А, этого чувака, что ли? Я что-то и не вижу. Подожди, это же не чувак. Ты идиот. Ну, собственно, как и я, повторяю за тобой. Да уж. Так, какой-то хлам. У меня теперь есть. У меня теперь есть дубинка, ребят. Если что, могу дубинка фигачиться. Кайф. Слушайте, у меня на самом деле уже много чего есть. Я, короче, просто с пацанами бегаю, так сказать, на прогулке. Какая-то еще собачка бегает тут с нами. Вот за этим чуваком бегу, который бежит. Это какого хрена ты быстрее меня? Как это так у тебя получается? Погнали. Это собака какая-то. Что за собака вообще? Это, наверное, типа, что-то он купил, чувак, этот, по-любому. Что-то закупил. Говорю, есть русские? Нет, нет. Понятно. Ты не русский, да? Да. А кто ты? Киргиз. Киргиз? Да. Прекрасно. Люблю киргизов. Сам почти киргиз. Ну ладно, нормально, есть веселые ребята. Хорошо, киргизы. Как тут, блин, включается, как тихо, все неудобно в плане управления, да это просто ужас, ребят. По плане управления просто ужас. А вот, вижу какого-то чувачка. Чуков бежал-то сразу так. Утонулся прям. Ну ладно,
Окей. По крайней мере, постреляли уже в кого-то. То есть реально у нас была какая-то цель. Так, бро, ты как сюда залез? А, понял, все, побежали. Бегом, 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 бегом. Так, ну что, осталось, короче, 9 живых. У меня 0 убитых. Так себе, конечно, я пока игрок. Но, ладно. Что там? Блин, что он говорит вообще? Я ни черта не слышу. О, какая-то хреновина. Ой. Да не, вроде не надо. Безопасная зона начинает сужаться. А мы... стой, стой, ты пацан. Братан. Братишка, брат. Короче, мы не в ту сторону, походу, с тобой шли. Там зона сужается, поэтому давай-ка обратно. Давай-ка обратно, братан. Зона, пацаны, зона, зона. Так, 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 ладно. Надеюсь, поняли и сделают соответствующие выводы. Безопасно. Ну так, ну вот 45 секунд осталось. Там какой-то чувак. Ой-ой-ой-ой. Там много чуваков. Как-то так. Братан, там прям до хрена их, слышь? Суп. Блин, суп, да, чё за хрень-то? Я сдох, короче, ладно. Я сдох, ребята. Ладно, давайте досмотрим, чё к чему тут. Как пацаны сыграют всё-таки. Может, затащат, я не там немножко всё-таки их. Так сказать, своих соперничков. Смог ранить. О, нормуль. Живых осталось 3. Ну, это что, последний наш? Ваш напарник убит. Да. Опять этот чувак, что ли, выигрывал или что-то такое? Или это просто такая, типа, штука, когда выигрывает кто-то? Наверное, такая штука, когда выигрывает кто-то, потому что в прошлый раз то же самое было. Так, ну что, получается, мы на втором месте, наверное, да? Да, мы на втором месте из 14 команд. Я думаю, это не так уж и плохо, хотя мы не смогли все-таки затащить и выиграть. Но, тем не менее, немножко даже пострелялся я в конце. Так что, считайте, катка была вполне себе успешной. Вот, так что вполне себе. Ребят, короче, опять же, повторюсь, если вам нравится эта игра, вы прям кайфуете, играете в нее, то, ребята, ставьте лайк, если вам не нравится эта игра, не играете в нее, фу-фу-фу. Ставьте, ребята, дизлайк, если вам просто понравился этот ролик, мой канал, я, может быть, даже. То, ребята, пишите в комментариях, если не понравилось, то пишите в комментариях, соответственно, мне не понравилось или мне понравилось. Ребят, заходите также по ссылке в описании, заходите в мой магазин аккаунтов по мобильным играм, в том числе там есть и Free Fire, можете купить классные аккаунты по низким ценам, также в том числе и валюту внутриигровую, ребят, заходите, ссылка есть в описании. Также заходите в мой магазин принтов на одежду, ребят, отличные принты, классные футболки, худи, много всего интересного, заходите, подписывайтесь также, ребят, на все мои другие каналы, на все мои социальные сети, все ссылки, ребят, есть в описании. Всем удачи и всем пока! У меня появился обалденный магазин мерча и принтов на одежду. В магазине уже есть мой авторский мерч, символика канала, это реально интересно. Вот как он выглядит, получилось очень ярко, современно, стильно. В магазине большой выбор одежды, это и худи, и свитшоты, и футболки, и майки, и лонгсливы, поло, и даже есть сумки, бомберы, шапки, спортивные костюмы, кружки, дождевики. Вы точно сможете там найти себе принт по душе, по сезону, по стилю и быть в тренде. Доставка по всему миру, отличное качество печати, ссылка в описании. Обязательно заходи и закупайся на новый сезон.